Произошло ДТП с участием двух транспортных средств на пересечении Запорожское шоссе и улицы генерала Пушкина. Автомобили произошло столкновение, есть пострадавшие. Один из автомобилей из участников дорожного движения, судя по его версии, завершал маневр на желтый сигнал светофора, второй также продолжал движение прямо по Запорожскому шоссе на желтый сигнал светофора. В настоящий момент ведутся следственные действия. Информация внесена в единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело.